Пиеркюн в переводе с якутского языка «Под одним солнцем». Так называется уникальный проект наших коллег из национальной вещательной компании «Саха». Это межрегиональный конкурс современной песни в стиле этно-поп. В нем участвуют представители 11 национальных регионов, в том числе и Чувашия. Телевизионная версия проекта идет в нашем эфире. Якутия, Башкирия, Татарстан, Чувашия. Всего 11 регионов и 11 участников. У каждого 4 номера и 4 шанса покорить жюри и зрителей. Участники очень талантливые, очень сильные. Ну, я свою республику не подведу. Нашу республику представляет певица Вероника Пенеслу. В связи с тем, что мы тут все подружились, все уже такие стали родными, я за каждого буду болеть. Вместе с жителями Якутии телевизионную версию конкурса смогут увидеть все регионы, которые отправили своих участников. Аудитория проекта составляет 16 миллионов человек. На нашем телеканале выпуски начинаются каждый день по будням ровно в 19:00. Зрители могут не только наблюдать за выступлениями, но и голосовать за понравившихся участников через СМС. По итогам каждой конкурсной недели будут определять победителей, которые выступят в воскресном концерте. Призовой фонд конкурса – 1 600 000 рублей. Победителей всех трех конкурсных туров выберут в феврале. Кто им станет, зависит и от вас, уважаемые телезрители.